Всем привет. Во-первых, так, сейчас надо тебя удалить. Всем привет. Вот мне позвонил Ваня Неклюдов, как все помнят. Время у меня 2 часа 37 минут, у Вани 10, наверное, да, 37. А 10:30 утра. Да, ну у меня ночь, к сожалению. Ну и Ваня попросил меня связаться с ним, то есть я связался, и Иван что-то имеет сказать народу. У Ивана все повернулось в хорошую сторону, рад за тебя, Иван, поздравляю, об этом сейчас он расскажет. Ну и хотелось бы Ване что-то сказать народу. Да, всем привет, ребята, всем, в общем, привет. Ну, в первую очередь, хотелось бы вас поблагодарить всех, тех, кто выразил поддержку, ну, мне лично, и как вообще в целом, ну, узнали о проблеме, ну, не только как у меня, но и вообще, то есть, как бы, лучше, когда люди больше знают об этом. Вот. Ну, что касается меня, как уже Олег заметил, то есть он уже знает, ему-то уже интереснее. В общем, жизнь у меня очень сильно поменялась в том смысле, что скоро я женюсь. И ну, из этого вышло, что мне нужно было выбрать, что для меня ну, в данный период времени будет приоритетнее. Выбрал я семью и как бы не жалею об этом ни разу. Вот, ну, получается, что проект мой отменяется тот, и, конечно... Напомним, Ваня, не все, может, знать, но ссылочку там в описании видео. Ваня у нас собирался в Америку, Ваня у нас занимается параспортом, да? Да. Имеет свои достижения, да, Ваня инвалид-колясочник и... То есть мы обращались к людям, чтобы помочь Ване выехать в Америку. Да, ну, я думаю, там Олег где-нибудь ссылочку разместит на предыдущее видео. Вот, собственно, все изменилось у меня, и, ну, так вот получилось. Те деньги, которые у меня уже пришли, они как бы, ну, есть, я... Не против, если кто-то хочет их вернуть, в том плане, что Ваня, ну, мало ли. Ваня, я не думаю, что этот вопрос так стоит. Посылали тебе не именно на посылку, а на поддержку. И думаю, даже если у тебя эти деньги сохранились, они пригодятся вашей семье. Ну да. Я думаю, ну, на всякий, ну, в любом случае, я очень благодарен этим людям, тем, кто реально оказал, ну, помощь. Мне больше всего интересует, Ваня, извини, что перебиваю, поддержка, да. Поддержка была, и ощутил ли ты эту поддержку именно вот от канала? Ну, да, было, конечно, то есть были и как большие пожертвования, там, ну, большие пожертвования, это я считаю, как вот 300 рублей и как выше, ну, то есть там я в долларах не считал, то есть там были и в долларах приходило даже 100 долларов. Ну, неважно вообще, я имею в виду. В общем, как бы поддержка была существенная, то есть я собрал где-то около 6 тысяч, ну, конкретно вот когда вот я с вами связался и мы вот разместили это видео. Ваня, хотел бы не только от своего лица, от твоего лица, да? Извини, да. Что перебиваю. Хотелось бы поблагодарить всех своих подписчиков, что они остались не безучастны. Очень рад, очень горд за то, что я собрал около себя такое количество не только адекватных людей, но и людей, у которых есть сердце. Всем огромное спасибо, ребята. Да. Всем спасибо. Лайк. Однозначно. Да. Однозначно. Да. Даешь больше лайков. Да, ребята. Я думаю, это здорово. Это здорово, что не все сердца очерствели, что все понимают, да, как бы не были, как бы не троллили нас,
Как бы тролли не пытались сказать, что это все лохотрон, как видите, мы сидим вот сейчас без 23 у меня, у Вани утро тоже. То есть, ну, как-то мы разговариваем об этих проблемах, мы не остаемся далеки друг к другу, мы радуемся друг за друга, мы переживаем друг за друга. Как бы это здорово. Знаете, я хотел бы добавить больше, ну, небольшую, как говорится, ремарку. А, на самом деле, я, ну, понимаю недоверие людей, когда, ну, допустим, в интернете люди пишут, допустим, так же, как и я, кто-то еще, о просьбе о помощи. На самом деле, это, ну, проверить несложно, то есть, настоящий ли человек. Просто так же связаться с ним, либо, ну, доходило до того, что, ну, просто фотографию сфотографирую и, там, не знаю, с Ну, надписью там. я ж тебе тоже не сразу ответил, правильно? Я тоже Ну да. сначала полазил, посмотрел твои фотографии, что да как, и потом только я тебе позвонил. Ну да, то есть как бы нужно все равно хоть и Надо понимать, что перепроверять. много. Мошенников очень много. Да. Очень много. И все вот давят именно на жалость. Поэтому, Согласен. как бы здесь тоже, да, надо быть аккуратным. Ну, мы как бы ушли от темы, ты не Да. продолжил. Да. Ну, в любом случае, это тоже немаловажно. Да. Ну, как бы, не знаю, что еще добавить. Ну, просто спасибо тем людям, опять же, и, не знаю, здоровья, что ли, вам. Как там вы говорили, добра. Добра и бабла. Да. Правильно. Чтобы бабла было столько, чтобы мы могли помогать и другим. Ладно, это вопрос. Все, всем благодарен, все понятно. Ты расскажи, лучше, что за девушка? Ну, самое интересное вообще, знакомы мы с ней уже, ну, больше 5 лет, и, ну, что самое интересное, все эти 5 лет мы как-то особо, ну, не как бы, ну, как-то вот, привет, привет, вот, а тут я с ней поехал, у нас конференция была молодежная, в общем, поехали в Екатеринбург с ней, ну, и как-то вот в самолете, и как началось все, мы там были неделю. В Ну и самолете? короче, В самолете ну, в смысле, в неделю? самолете как бы ничего не было, ну то есть как-то Не, оно говорю, закрутилось. неделю в самолете были. Не, ну в Екатеринбурге. Я понял. Да, Екатеринбург, привет, если есть кто-то. И от Классный меня город у тоже. вас. Вот, и ну как-то вот мы там были неделю в Екатеринбурге, и ну как-то, знаешь, ну, мы были на озере Таватой, вот. Там база есть отдых, ну, отдыха, или как-то вот так она называется, Таватой, в общем. В общем, мы там неделю были, короче, было круто. Приехали, и уже через неделю, я потом поехал в Хабаровск, потом обратно. Как бы у меня небольшое путешествие было, не сразу в Владивосток. Вот, там неделю пожил у друзей. Вот, и, короче, да, она поняла, и я это понял тоже. И через неделю, уже через следующую, мы пошли в ЗАГС. И Ну и, в расписали. общем, подали Вы подали заявление. заявление, да? Да, То так есть что... свадьба еще предстоит. Да, предстоит, она будет 4 октября. Неделя осталась. Так Ну что, уже. да, ну, в общем, все говорят, что очень быстро, но, не знаю, у каждого Нормально. по-разному. Не, нормально, нормально. А девушка твоя, откуда вот ее вообще знаешь? Она тоже инвалид? Нет, она абсолютно здоровый человек. Ну, Что самое интересное, тогда ее я, легче. наверное, если бы услышал это 10 лет назад, наверное, сам себе не поверил. Она преподаватель английского языка. Видишь, сама судьба тебе все равно поехать когда-то в Америку. Она тебе будет и переводчиком. Да, глядишь, А, может, так и будет. да. Ну, огромный респект ей. Это очень сильная. И я думаю, женщина, которая идет на такое, заранее обретая себя, да, это не в обиду тебе, но ей будет трудно, во-первых. Но радует то, что ты все-таки ты дошел до того уровня, когда ты не нуждаешься в какой-то помощи со стороны. Ну, ты сам себя можешь Да, обслуживать, я правильно? понимаю. Да, ты вполне полноценный человек, я тебе так скажу. То есть ей от этого будет легче. А то, что у тебя такая сила духа, то есть я Мужчина. думаю, ты достойный.
Кстати, там шум не слышно, дрели. Дрели нет, мне не слышно. У тебя хороший микрофон. У тебя выносной микрофон какой-то? Ну, петличка А, обычно. петличка. Хороший микрофон. Кстати, я вот вы записываете ее еще уже? Ну ладно, это Ну может чуть-чуть вырежете. ничего страшного, например. Я просто как бы не замечание, как это, я не знаю, просто когда бывает смотрел, вы там каких-то гостей приглашаете. А, вы, по-моему, купили уже тогда микрофон выносной. Нет, выносной еще не купил. Мне Загир выслал с Франции, вернее, заказал на Да, просто я Алиэкспресс. тоже так, ну, вас слышно хорошо, вот кого там, с кем разговаривать, вообще не слышно. Ну, как бы, нам интересно, особенно вот этот с перекупами, вот, и, ну, блин, очень интересно, но ничего не слышно, ну, почти ничего. Бывает, да, вот сейчас тоже придет скоро микрофон, как бы тоже есть такие планы, знаешь, как бы вот издалека где-то меня снять, да, там, где-то на лавочке, где-то еще что-то, тем более вот сейчас лайков много понаставили, люди хотят как бы увидеть биографию. Хотелось бы это все красиво снять, и то есть некоторые кадры, то есть, ну, дают дополнительные возможности выносной микрофон. Во-первых, когда ты отворачиваешься от камеры, да, тоже как бы звук не теряется, и потом его восстанавливать не надо в программке. То есть Да, я большой плюс. понимаю. Ну и на этом, наверное, закончим. Спасибо, что ты позвонил, что ты все-таки вот такой ответственный человек, да, что посчитал нужным Да, ну для меня позвонить. просто как бы важно, чтобы те люди, которые, ну, как бы они мне реально помогли, они бы знали это все, что, ну, как бы, что я не просто я никак куда-то взял деньги и как-то убежал, не знаю. Вот. Ну, Я как бы думаю, некрасиво получится, из меня потом совесть заест. нет, ну, нет, молодец, ты правильно сделал, во-первых, ты успокоил свою душу, а во-вторых, это я тебе точно говорю, даже то, что ты там собрал, все это пусть идет во благо вашей семьи, во благо это люди это сделали от чистого сердца. Так что это, я думаю, пусть это тебе поможет. Может быть, мир немножко будет добрее, увидев это видео и видя, что все-таки помогают людям. Обращайтесь, люди. Не думайте, что все двери закрыты. Какая-то дверь. Ваня, вот, может, тоже и особой надежды не было, что я там что-то выложу. Не все двери закрыты. Надо просто Да. стучаться в эти двери. Вот и все. Да, стучите, и вам откроют. Да, правильно. Одну дверь постучали, закрыто, другую, третью откроют. Ну, Ваня, удачи тебе. Привет твоей жене. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Рады за тебя всей душой. Родителям твоим здоровья. Тебе. И, надеюсь, семья ваша пополнится. Да. Звони, Спасибо. держи в курсе. Ну, это само собой. Давай. Удачи. Ладно. Давай. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания.